День и ночь, дорогие подписчики моего канала, и сегодня я сделаю обзор на новую машину третий день ивента. Называется Dodge Challenger. Так, давайте сначала с внешки. Внешка классическая, ну как классическая, классическая модель, классическая внешка, потому что добавляли уже месяц назад такую же тачку, то есть она ничем не отличается, просто та полицейская. Из-за этого я, в принципе, я ожидал то, что будет эта машина. По характеристикам... По характеристикам у нас какие? Вот, просто все среднее, задний привод. Ничего удивительного, стоит 120 тысяч. Давайте снежки, внутренний посмотрим. Обычный Challenger. Ничего здесь обычного, необычного нет. Давайте покатаемся. Также, что хотел сказать, на эту тачку у нас есть обвесы, пока что их нет, но они будут. И один кастомный спойлер, вот так он вот выглядит, маленький. Вот. Мне очень понравилось то, что она от первого лица вся дорога видна, а то есть там некоторые машины, с которых вообще ничего не видно. Даже вот, например, возьму ламбу. С нее еле что видно. Нет, ладно, с нее хорошо видно. Сейчас какой-нибудь другой пример возьму. Ну, бля, с Ягуары. Так, ладно, допустим. Всем пока. С вами был Эланга. То есть, Ксиел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Всем пока.